Почему голосовать важно? На этот вопрос попытались сегодня ответить в Тамбовском пресс-центре. В этот раз основным спикером площадки стал генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Георгий Ярцев. Выборы заслуженный тренер России Георгий Ярцев сравнил со спортивными соревнованиями, в которых до последнего должна сохраняться интрига. Важно ли идти на них? По мнению Ярцева, безусловно, если человека по-настоящему беспокоит свое будущее, будущее своей семьи и страны. Гендиректор ФК «Тамбов» дал совет молодежи, как надо голосовать. Посмотрите программу. Сейчас это легко посмотреть. В интернете программа есть каждого кандидата. И вы выберете того кандидата, кто вам нравится. Избегайте только вот этих популистских заявлений, потому что обещать не жениться, дело надо делать в стране. Сам Георгий Александрович пока не знает, где будет голосовать. Все зависит от календаря футбольного сезона. Но если появится возможность, с удовольствием сделает это в Тамбове. К слову о футболе. Состояние своего клуба Ярцев определяет как стабильное. Поэтому считает, стабильный президент – залог хорошего будущего страны.